Чего? Холодильник рабочий? А не, он сломался в этом году. Просто как шкаф стоит. Там сарай. С инструментами, со всякими. Хорошо. А что, вы вот это все сами все у вас делаете? Ну, а кто же? Отлично. Все. Вот сейчас видишь, сколько чеснока еще вылупил. А что, Татьяна Игуан не помогает? Кто бы не помог. Она ждет, когда будет урожай, чтобы я ей принес. Вот картошка, видишь? Ну, картошки у вас вообще много. Капуста цветная. Вот это самое такое. А сколько с такого картошки будет? Мешок? Два? Нет, ты что, больше. Мешка три. Мешка три, нормально. Да, ну. Кукуруза, видишь, он кругом растет. Угу. Вот, а вот народные в этой лице. Черные, красные, белые. Ну да, это у нас тоже есть. Тут стекла, видишь. Вот. Ну, в принципе, это можно весь год есть, весь этот урожай. Ну да, так я так и ем. Вон, огурцы растут, смотри, какие. Кабачки, баклажаны висят, смотри. Ну, это правильно, что у вас они в этой самой теплице. Ну, баклажаны висят. Потому что у нас на воздухе ничего не растет. Ну, ну на огурцы есть. Хочешь огурец сорвать? Нет, потом. Вот. Сейчас я не это. Я уж там закрывал хрена сколько барок. Ага, вон баклажаны. Ну, баклажаны, я же тебе говорю. Баклажаны. Вот. Там, видишь, вторая теплица. Угу. Вот. Там помидорчики, да? Там помидоры, да. На улице помидоры. Видишь? Угу. Неплохо. Ну да, вот помидоры, видишь? Видишь, какая там парилка? Да вообще, кстати... Это ведь то, что надо для них. Ну да, что растут. Кессон вот есть, видишь? Это типа, как у Татьяны Егоровны, где воду брать, видишь, какой? Ну там у меня уже, видишь, там уж банки стоят. А там скважина или что? Да, скважина. Ага, я думаю, колодец. А ну, там, а туда можно спускаться? Конечно, вот ступеньки. И там холодно, да? Ну да, там картошка с сузимом стоит. Ага. Сейчас вот все.